ونحمده نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصهما فلا يدر إلا نفسه 94 سورة Кратенько. 8 аятов. Мы с вами за последние 13 лет, я думаю, не раз ее цитировали, но, ну, может быть, ну, наверное, я думаю, что не больше четырех раз. И, конечно, она удивительна, она очень близка к повседневной нашей жизни. Весь вопрос в том, насколько мы, как мы обычно и говорим, практикуем эти коранические смыслы. Алям наш рахляки садрак. Разве мы не расширили, не осветили твою душу, сердце, грудь? Обращение к пророку и вообще к верующим людям. И сняли с тебя прегрешение. Снимать. прегрешение. Сняли с тебя прегрешение. Если это касается, как и пророка, ну, конечно, за ним никаких больших грехов не было, но как человек какие-то прегрешения. И вообще людей, Именно вот этот вода снимать, когда человек верующий, он не ангел, он может где-то оступиться, где-то ошибиться, где-то что-то грубо сказать, где-то в чем-то не наработать, где-то лишний раз проявить какую-то слабость там, с точки зрения еды либо сна. Да? То есть, ну, какие-то там нюансы, которые бывают, и по которым можно, в общем-то, найти аяты и хадисы, которые порицаются, в свою очередь порицающие то или иное, те или иные излишества или еще что-то. То есть, человек не ангел, у него в любом случае какие-то недоработки и прегрешения есть. У И вот в контексте первого это, когда широта души в, результате и верования человека, в результате того, что он сторонится явно греховных вещей, в результате того, что человек обязателен в религиозной практике, его душа, его интеллект, его сердце становится все шире. Шарх иншарах. Все шире и шире, и мы с вами цитировали аят в одном из аятов, когда Всевышний наставляет человека на верный путь, то он яшрах или сам, то есть дает вот эту вот широту души человеку для того, чтобы воспринимать эти духовные ценности, которые есть в исламе. И мы с человек, как и пророк, обращение вообще к людям, снимаем, сняли с тебя прегрешение. Человек раскаивается, как в хадисе сказано, если человек раскаялся, то подобно как греха не было. Главное, чтобы он исправился, главное, чтобы он имел намерение больше этого не повторять. Все, и появляется легкость. То есть в чем-то даже ошиблись, человек попросил Всевышнего прощения, раскаялся, исправился. Легкость. Почему? Потому что снял Всевышний тяжесть греха с плеч данного человека. Как раз здесь говорится, атхаля, в Тавсире как раз говорится, то, что а этот грех, он был для твоей спины, зар. для твоей спины этот грех был тяжелым. И мы подняли для тебя упоминание твое. Но здесь, конечно, в первую очередь подразумевается в четвертом аяте пророк Мухаммад, и в основном в тафсире, как раз об этом, об этом и говорят, то, что тот же самый азан во всем мире, читающийся азан пять раз в день. То есть вот эти вот как раз слова, Рядом с Всевышним Творцом упоминается имя Заключительного Божьего посланника, тем самым оно вознесено, оно возвышено. В то же время можно подойти, если в обычном контексте подходить, то есть для человека, для людей дикр, как упоминание Всевышнего, оно высоко. И далее идет общее жизненное правило, с которым, не знаю уж насколько человек ощущает и понимает, когда сталкивается фактически с такого рода вещами в жизни, но человек верующий должен понимать и ощущать, и в нем надежда должна быть практически в квадрате, вдвойне больше должно быть надежды и уверенности в том, что непреодолимого просто нет. И здесь не зря. Пятый аят. И потому, вот с учетом и широты, и того, что Всевышний снимает прегрешение со спин людей, чтобы они их не отягощали. Широты с точки зрения верования человека, великодушие, простора душевного. Да? То есть в, контексте всех этих вещей в то же время человек должен понимать фа ин, здесь фа, инна юсро, поистине, с трудностью легкость. Инна маля юсра, поистине, с трудностью легкость. Если это даже инна, и дважды стоит. Если, если так более внимательно подойти, и в Ибн Касир в любом, там в Сирии, там в Ибн Касир приводится в том числе, по-моему, вот Ибн Джарира, как раз передаваемый слова пророка в комментарии вот этих двух аятов. Но основной идет комментарий интересный. И, в общем-то, он достаточно прост с точки зрения знания арабского языка. Если по тексту двигаться, то уср идет с определенным артиклем. И в первом, и во втором. То есть в пятом аяте и в шестом аяте повторяется текст в определенной степени. Но нюанс в чем? В том, что и усиление там, и там. То есть однозначно таково положение дела на, на этом белом свете. Но аля уср и потом аля уср. И ученые все как бы, в один голос говорят, и в контексте хадиса, о том, что одна трудность, определенный артикль, одна определенная трудность, но с нею, как минимум, две идут легкости. Иосран и без определенного артикля, а потому каждый, и вот это отсутствие определенного артикля дает тадду, дает многочисленность. То есть с одной определенной проблемой всегда у человека появляется вдвоение больше легкости и облегчения. То есть если где-то сложность, то в другой части области жизни данного человека уже включается в два раза больше облегчения и легкости конечно, весь вопрос знания, как я говорю, постоянно мы сами говорим об этом, и аяты, и Хадиса. эти знания, которые требуют практики человека, требуют духовной практики. И если человек столкнулся с проблемой и сам себе сказал, все, там Всевышний меня наказал, или трудности, и то, и другое, все, весь отчаялся, все уже свесил, я не знаю, свои в том числе и уши уже, и все, и руки опустил, уже ну все, весь такой поникший, как же он, я не знаю, намаз тоже самое читает. Как же он пост соблюдает. Как же он Куран читает. Такие простые вещи не понимаю, Что в том числе на маль У верующего человека, который практикует эти аяты, у него наоборот должен заряжаться адреналин. У него какая-то проблема появляется финансовая, физическое какое-то заболевание. Мы с вами в том числе в прошлый раз говорили про этого, который Тур де Франс выиграл. У него степень заболевания раком Выживаемость при европейской медицине, не нашей российской, при европейской, при европейской, американской медицине при его огромных финансовых возможностях степень выживания была 3%. Человек в легкую решает эту проблему рака, вылечивается с точки зрения физических нагрузок и здорового образа жизни, и потом еще, по-моему, 6 раз Тур де Франс выигрывает, чемпионом становится. Весь вопрос, и вот он просто, может быть, даже не знаете Аятов, но применил это на практике. Почему? Потому что с трудностью, легкость, с трудностью легкость. И человек верующий, когда он именно таким образом дышит, и именно таким образом его молитва звучит в делах, то какая бы трудность ни была, у него только адреналин от этого еще больше появляется. Он понимает, что здесь у меня легкости, чем труднее ситуация, тем во многих других ситуациях становится легче, больше возможностей становится только. Разрешайте одна за другой трудности, подниматься и подниматься и подниматься. Поэтому файда фарагата фан саб. Вот здесь очень важный нюанс. Сразу тут же идет с него И да фарагата фан саб. Если вы людей раздражаете, просто вдоль стены встаньте и все. Так будет легче. Я серьезно говорю, оплакатитесь к стене. Вам будет легче. Тут же идет седьмой аят. То есть, с одной стороны, пятый и шестой четко ясно говорят, как угодно, братья, господа, товарищи, любой здравомыслящий понимает, трудность возникла, ты радуйся ей. У тебя возможности сразу в два раза становится больше. Новая трудность, новых возможностей, сил, энергии, обстоятельств в два раза больше будет. Осталось только реализовать. Но тут же идет, если дважды этот смысл повторяется и дает двойную облегчение, четко оговаривается, тем более, и в хадисах, и говорится, именно такой здесь смысл. И все ученые говорили. Но седьмой аят четко и ясно показывает, что просто так, сидя на диване, говоря в носу, это не бывает, это не происходит. И до фан саб. И до фаравата, как только ты завершил, фарик свободный. Кстати, здесь, а здесь же приводится хадис, где пророк алейхиссалатусрам говорит в этом хадисе известный, мы с вами давно его цитировали, сегодня хадис в Бухаре. Два блага, которые Всевышний дарует. Огромнейший потенциал, триллионы единиц благополучия и счастья. Огромные два блага, ниама. Каждому человеку Всевышний дает. Это сыха у Это здоровье Уж поверьте мне, я о здоровье могу много говорить. Это что-то невероятное. Человеческое здоровье – это что-то. Такая машина, человек, в том числе, сам на себе за последние там, 7 лет тоже в том числе испытывает. То есть это, это что-то невероятное. Человеческое здоровье – это огромнейшее благо. Но право говорит о чем? Люди обмануты, люди не понимают, люди не ценят, люди не сохраняют, не оздоравливаются, не пользуются этим благом. Махбун, как бы обманутый. В том смысле, что люди не используют это благо. Здоровье, а второе, то, что дается триллионы возможностей, единиц благополучия, возможности, как нерма от Всевышнего дается Фараг – это свободно, свободное время, свободные какие-то, то есть вот это свободное пространство, обстоятельств, времени, те же самые выходные, те же самые вечер после работы, те же самые раннее утро, фара, когда человек свободен. Огромный в этом потенциал есть, но магбун он фигима на нас, говорит пророк. Очень многие люди, они обмануты в этом. То есть они здоровьем своим должным образом и свободным временем не пользуются. А сам аят, о чем говорит? Файда вот это вот там, фараг идет в хадисе, свободно. А в аяте идет что? Файда фарагата, Всевышний говорит, и да Как только ты освободился, фансаб. Фа в арабском языке дает сразу что-то делать. Фансаб, вот это вот глагол насаба, очень интересный глагол, по сути своей, он смысл его испытывать, вот как он переводится, фансаб, испытывать усталость, утомление, трудиться и напрягаться. Этот глагол переводится ⁇ испытывать усталость, утомление, трудиться и напрягаться ⁇ А когда, и до как только ты одно завершил, то тебе дальше нужно конкретно напрячь себя, вот ты устал интеллектуально, конкретно напряги себя физически, ты устал духовно, конкретно напряги себя интеллектуально. То есть вот этот процесс напряжения как такового, то есть... Когда человек утруждает себя, именно напрягает себя и утомляется, по сути дела, один из таковых, одно из проявлений веры человека, то, что человек получает огромное ощущение счастья, просто ощущает, чувствует великолепие этой жизни, божественное дарование вообще многие в этой жизни, но фансаб, если человек умеет не останавливаться, а двигаться постоянно вперед, постоянно. И не важно, сколько нам лет, 40, 50 или 60. И даже если человек говорит, что я последние 20 лет, не прибавляю в весе, отлично, у него работают органы великолепно. Но вопрос будет в другом. Насколько, какова его мышечная масса? Если это кожа до кости, ну потенциал-то нужно над ним работать. Поэтому те же самые мозги. Если человек даже когда-то в школе изучал английский язык, это еще ни о чем не говорит. Если в 50 лет он великолепно владеет английским языком, зная свой родной, в том числе еще и русский, и другой, и третий, вот тогда я понимаю. А если еще в 60 японскому научат или китайскому, вот это другое дело. Вот проявление веры. Фан соп. То есть именно испытываю усталость, утомление. Трудись, напрягайся. как только одно завершил, тут же сразу конкретно себя напряги и двигайся дальше. И результативность жизни и веры будет не И человек верующий. Много таких напрягающихся и много в жизни достигающих в чем-то теряющих, в чем-то находящих. Для человека верующего очень важное качество во всем этом процессе. И рагба – это будь устремлен. Как бы, будь устремлен ко Всевышнему, будь устремлен к Богу. То есть во всем этом движении, во всем этом утомлении, когда тебе тяжело, когда тебе просто вот не могу уже все духовно, физически или интеллектуально, ты должен быть обращен внутренне фарагаб или к своему Господу. И тогда эффект будет еще более высоким. Интересные слова имама Шафия. Мы с вами здесь пометил, я в, аж 10 лет назад уже это цитировали, сейчас, если в 2011 2001 году с этого мимбара, как раз я зачитывал эти слова, или на ВАЗе. Имам Шафия сказал очень хорошо. И это актуально, нужно хорошо для себя понимать. И для, тому, для того человека, которому 16 лет, и для того человека, которому 66 лет, одинаково актуально. Пока мы живы, для каждого из нас интеллект и душа и тело, возможности одинаковые, развивать нужно их однозначно. Вам Шафия сказал, кто его жизнь не читал, вот все уйдет ад, наверняка у вас эта книга есть, почитайте. Имам Шафия, фантастика просто, они не жизнь. и Лен танала ильма илла Брат мой, говорит нам Шафия, в стихотворении две строчки. Лен танала ильма илла Ты, то есть он как бы приближает человека, брат мой, приближает его и говорит, лен, ты никогда, никогда лен, частица в арабском языке дает отрицание навсегда. То есть ты никогда не достигнешь знаний, кроме как имея шесть качеств. Я тебе объявлю их подробно, расскажу о них. То есть, ну, перечислю их подробно. Зака – это смышленность, проницательность, ум. С большим животом – это тяжело. С лишним весом – тоже. Голова не так, не так хорошо работает. Смышленность – человек скажет, вот у него таланта у меня нет, абсолютно нет. Нейроновым пути на сегодняшний наука доказала. У всех одинаково. Одинаковые мозги нужно просто уметь постоянно над ними работать. Те же самые раньше говорили, что клетки мозга отмирают и уже не, не, не появляются новые. Сейчас уже наука говорит, появляется еще как. Если человек занимается интеллектуальной деятельностью до глубокой старости. И вот вам Шафия говорит, первое, что тебе требуется для того, чтобы ты приобрел, на самом деле ТНЛ, приобрел знания, смышленность, ДК, переводится как проницательность ум. Второе сильное желание и стремление, сильное желание. Вот про того человека, который я не успел вам процитировать, у него был 58 размер толстенный мужик. А потом он пробегает и эту, получает эту степень Iron Man. То есть, по сути дела, человек становится набором мышц. Но это очень тяжело. И вот здесь herrs говорит, сильное желание. Сильное желание и стремление. Не на один день не на один год, а на десятилетие. Сильное желание. Приобретение знаний в том числе. Уачтигаядин. Ичтигаяд – это старание. Усердие – прилежание. Это именно вот фаида фарагата фансаб, как только завершил, сразу другое. Если помните, давно я еще вам говорил, те, кто давно был, имам Когда? Когда мы были студенты, однажды хорошо так там один человек выступил и говорит. Имам когда читал книги, вот он читает разные книги. Порой, когда книгу одну читаешь, человек устает уже. Но когда имам Нео, вы его почитаете, его книги, вот, когда он уже, им написан, звучание невероятно. Как так можно излагать красивейшим образом мысли? И много очень написал на свою жизнь. Имам Неуэ, когда учился, и вообще, когда жил, такой, человек, ученый всегда учится. Он обкладывал себя книгами со всех сторон, читает одну книгу, уже мозг переутомляется ну, как в какой-то степени однотипное чтение, мысли, мозг приутомляется, он засыпает. Как бы засыпает, книги сбоку от него находятся, они падают. От этого шума он просыпается, берет другую книгу и тоже дальше читает. То есть, по сути дела, и И до фаравата остановился дальше. Фан не даже не продолжай, а напрягай себя, дальше двигаясь. Мамшафи говорит, и чтигает усердие. Бельга – это довольствоваться малым. Довольствоваться малым. Очень часто человек чего-то достиг в науке, в знаниях, в спорте, ну чего-то там, в бизнесе, там, в самом разном, чего-то. Он уже прямо, ему нужно столько денег и столько финансов, и он заслуживает столько. По сути дела, ничего он не заслуживает, если говорить о том, чего он на самом деле может достичь. Ничего не заслуживает. И вот здесь Беллера он говорит, это довольствоваться мало. Человек, который встал на путь знаний, тем более, он должен самым минимумом довольствоваться и конкретно грызть гранит науки. наличие учителя – И шестое, что человеку нужно, чтобы чего-то достигнуть в знаниях, это потратить на это тулюзаман очень много времени. Десятилетия уйдут. И тогда будут имам науи и такого рода люди будут появляться в истории, не только в прошлом, но и в بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الجواد الكريم والسميع الدعاء